Уга, спекайся во второго танка. Угу. На первых этого, на первом босса змею поддержишь. Блять, я танчил 50 тысяч хп, столовка, я думаю, ну тут не слышал. Проблема в хп, проблема в том, что он агро нихуя не удержит, потому что на пула нету. Хуй знает. Даешь 3 лпшки, усиление рунического еще 3 лпшки, это вообще до пизды. Блять, это ты сказал, 3 лпшки, он, блядь, всего одну кнопку нахуй клацает. Вот когда этот громок, у него когда хп мало остается, даешь 2 смертельных удара. Получается 4 руны крови, это 4 лпшки. Даешь их по 2 в мобо, потом кровотвод, еще лпшку, потом усиление, еще 3. Сейчас, лпшки. Секундочку, секундочку, у меня что-то мышка. Ну, типа там все реально, там вообще нет проблем с агро. Этого петуха ползающего никто не бьет огненного. На него 3 лпшки дал, остальные в этого хуяришь. Так, я запускаю. Так, кого я держу? Иди сюда в меня. Ну так-то похуй, но быстрее бы залили, конечно. Ну ладно. А, я, кстати, тут уже, по-моему, соло ее выдерживал. А, да, я соло выдерживал этого. Да все по пизде, блядь. По мне сдавали потом эту хуйню, блядь, паладину. Я только не помню, какую бить надо первую. Кислотную, блядь. Ну, который под землей хвост находится, кислотный, да. Утроба. Вторая Кирилл, которая выползает. Ну, она первая, которая выходит, ее забирает, тогда пускай ауга, а ты первую хватай и держи ее, блядь. Так, не понял, я какую, которая выходит первая? Первая, которая выходит, забираешь всё, ты. Все. Че, Славка, ты первый держишь? Ну, конечно. Мы, кстати, Геру на червя дадим, да? Да. Я танчил ее соло уже, нахуй. Да я, ну ты тоже соло уже танчил, блядь, ты так выдержишь, блядь. Забирай. Снобольдов бьем, алло. Заводите их в мелизону. Просто задотайте их и все. Пук, побей ты этих снобольта, ты там в мели стоит. Сколько ты, блядь, что ли забираешь, блядь? Да. А, ебать, я стою как долбоёб таунтил, блядь, как раз. Блядь, сказал бы пусть. Сейчас падут, заберу. Все, заебись, Нобль, да дорезайте, Сауди. Так, я ее куда, направо тащу же, правильно? Угу, угу. 5, 4, 3, 2, да, все, вспомнил. 1. Не бейте ее, пожалуйста. Дайте немножко отведу, все. Какую бьем, блядь? Жуткую или кислотную? Кислотную, кислотную, Кирилл. Все в кислотную. Подходите к ним, размораживайтесь, сейчас замерзнете, блин. Давайте быстрее. Все блюет, не подходить. Видим, видим. Сука, кто там горит? Размораживайте нас. Сюда, 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 подходи. Куда ты бежишь? Наука. Разморозь людей всех. Не будь, Ctrl-V, бля, включилась, нахуй. Наложились, хуйня, опять.
Подбеги ко мне с огнем, черепок. Не у меня. Все, спасибо. Прожмись. Ну, я компас нажал, блядь. Что еще есть? Что, Славка, поймаешь или что? Сейчас блюванет. Да и лужа, отведи ее чуть-чуть. Там лужа, блядь, под ней. Лилан. Да похуй, да блин. Ас. Встаньте все почти, чтобы, блядь, не летать по всей комнате. Мы ж сейчас полетим, блядь, все. Так, внимательно, на кого там? На столовку бежит, да? Отойдите от него. Кирюха, а ты откуда знаешь, что у меня на клавиатуре одна кнопка, нах? Инкстрасенс. Ебай, жестко, ну. Слушай, ты тормозуху пьешь по утрам, да? Я? Блядь, да. Нет. Ну, я просто об этом 10 минут назад говорил, блядь. Ну, блядь, я как бы занят был. У меня, блядь, вообще на клаве так W, блядь, сломалось, нахуй. Не работает. У меня хорошо на мышке, блядь, игровой там кнопочка есть бегать вперед. Нажал, он бежится. Очень удобно. Да. Что, опять на тебя столов? Нет, на Эдемика. На хила. Че он, блядь, думаешь, меня прям так не любит, что ли, он? Он сразу потом запускайте, пока это говно выйдет. Эдемика опять. Ёбаный жезл. Ура, говнище! Такое я люблю, блядь. Говнище? Так, а вот... а, давайте, блядь. Отпивайте там ману, блядь. Запускайте. Жарим стаки пизди обязательно все. Башмаки, по-моему, не нужны, я, блядь. Че, я на костах посижу. Ауга, ты что, еще не спекнулся? Да я уже спек. Так ты переоденься тогда, если спекнулся. Спекусь, спекусь. Ты тоже аутфиттер скачал, Адам? Нет, у меня и так все нормально. О, починили, что ли? А что, короче, тебя даже не починили? Надо просто было переименовать, ну и пересохранить. И первую ячейку, блядь, не трогаешь, во вторую, в третью сохраняешь, все работает. Не, они на первый РБК стоит, под РБК танк. Блять, нормально все клацается. Я, блядь, вот фитер скачал, нахуй, не парюсь. Ленг Пака знает, кто секс 2? Не знаю. Ну, короче, челик нормальный. Хотя я его не знаю, блядь.
Но человек нормальный. Ну, он говорит, меня знает, это заебись. А, Слайка знает, то это заебись, да? Ну, все, да. Понял. Буду говорить, что Слайка знаю. Если что, в любой ситуации, говорю, я Войда знаю, нахуй, и все, пиздец. Понял? Сразу, блядь. Все поймут сразу, ну. Ой, уже скоро будем подводить, блядь, босса к вулканам, нахуй. Косты сбивай. Живи, шаман, алю. Бля, куда ты его ведешь-то? Да, я не пойму, бля, в Долоран нахуй, блядь. Галему. Ага. Так, что у нас упало? Хуйня 2, да, блядь? Еще. Да. Критовый пояс, блядь. Возьмем, блядь. Тебе надо мах, нет? Кого? Кожаный пояс? А, он кожаный, блядь. Ибо я втыкаю, нахуй. С виду выглядит как тканевый, блядь. Они там разбежались уже, нахуй. Запустили? Да? Ага. Давайте, отходите сюда назад. Так, я так понял, что как бы лута, ну, хорошего не будет отсюда, правильно? Жезл 200-й как был, так пока и остался. Понял, блять. Сейчас тринка с чампов выпадет и посох с вальки. Заебал. Нет, тринка посох не нужна, мне нужен, блять, дагер этот. У меня есть левая рука охуенная, мне нужен дагер, блять. Ну что-то у меня такое ощущение, что всем похуй. Тапки тоже, кстати, 32-й тут сочные падают. Так, кто тут нахуй? Вот эту кобылу первую. Череп первыми хуярим. Вторым. Вот этого педика, блядь. Это тут 2 милика получается, столовка. Шокула и вот этого, блядь, второго. Кто там? Рыцарь смерти. Это двоих этих держишь. Рогалик, по возможности саму лукосты позбиваешь тогда. Рогалика нет. Вам надо куда втыкаю, идти, блядь. К воротам. Короче, давай так, Самула фирю я, этот, Амончик, ты тогда фиришь приста. Кого первого разъебаю? Алису. Череп. Да. Череп, потом крест. Что, к воротам пойдете, да?
Да нам похуй, блядь. Поебать. Давай, иди влетай на. Стенка на стенку, ну. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Подиспельте, Прист. Подиспель Алису. Пур же её. Соловка, забери миликов, блять, на себя. Сейчас, 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 подожди. Этот шокол, ублюдок, нахуй. ДК съебывается. Все, человек задал. Ну, блять, говорю, забери, блять. Сука, блять. Акова на них кидай, и гриппа, соответственно, второго, и Акова опять кидай. По черепу поехали, убили, если Алису. По черепу, ой, по кресту. Все. Да ёпта, отпусти ты меня, ебал. Заебал в натуре, нахуй. Дайте стан в Шокула. Играйте по нему. Саму бы, эфир даю. Я бы хила разъебал. Их можно эфиром по контролю. А этот убивает, да. Бать, Армс ебаный нам. Жмёт всю хуйню, блядь. Нахуя тут жарит? Всё, держи этого ДК, играем по ДЦ. По 200, который... А это ШП или ДЦ? Похуй. Так, я ему эфир даю. Там смерть, сейчас после смерти эфир брать. Даю, даю, даю. Продолжи, понял. Все, играйте по самому сейчас. Че это за звук? А, это я чат прокрутил. В смысле, вы там что, всех порвали уже, но? Ебать. Амончик, ты 13% кидаешь? Или нет? 13% кидаешь? Да, шо это? Проклятие это, нахуй. Так если есть сова, зачем кидать? Можете свои проклятия. Опа, блять, драка нахуй. Ебать. Ебать, блядь. Сейчас начнется. У кого есть просто нормальные левые руки, кто будет троллить? Я... Надо с чего-то начинать. Что, запускаем, не? Да и перчатки такие, кисти рук-то неплохие, в принципе. Ну, а Николь, это который с арпой? Да, сила крит арпа. Дайте баф, пожалуйста. Пать нахуй, сто, блядь. Жарим, блядь. Ну, я тебе скажу так, если выпадет посох, я его сролю, я тебе отдам кинжал. А у тебя левой руки нормально нет, да? Ну, у меня 226-я топовая. Понял. Что... А рыба есть у кого-то, не? Есть, есть. Дайте по мне, пожалуйста, касочку. По луку. Вот стоит. Бисовый кинжал. Вот стоит возле ауги. Тем более левая рука и отсюда падает. Хорошая. Тут два посоха падают, левая рука нам. Жарим, ты тут это самое, не жари нахуй. Не сдохни с пула. Покури лучше 20 секунд. Я сдохну с пула, я просто ничего не могу с собой поделать. Не я делай, вижу, не кастуй, убери руки от клавиатуры. Постой, потом побьешь. Давай, иди пуляй. Ф1 потом... нажми и все. Один БР и так в КД еще, на ноги будет. У меня билд на F1. Че, он раскастуется?
Нечаянно сорвал, забери. Тоже встань, покури. Нечаянно не бей. Ну вот видишь, блядь. И его не резнуть. Я раскол прожил. Скоро спец. Стоим. Дима, забери, забери, ну не спи, ну чё ты там, блядь, спишь? Пиздец, ребята. Она стоит, блядь. Его, блядь, 10 секунд нахуй бьет. Не смотрите за агрозу сегодня. Так агрится, сагривается-то почему-то другая она. Общая агро. У них общая агро. Чё, машу? Стой, альта бойся, блядь, по очереди, нахуй. С ним, этот, ЛП скидывай в обой. У нас два БРС. Лежит на своей ладе, КД, блядь. Там говоришь, вы не слушаете. Нихуя не общая. Общая. Там не общая, там просто. Блять, ОМОНчик-то чё умер? Влетает, получается, от бомбы, а потому агро вообще не слепая. Да не, я вообще не пила белую. Старфол прожал, и она на тебя ступу согрелась. Просто... Хуя, бля, криты ебашит. У меня омон на тарге, я блоком как-то засейвился, что это... Все слакал, короче. Смените цвет, убейте. Меняйте. Да, поздоровимся. Я ебешь нахуй. Ну что, пойдем, блядь? Ну так а что делать, блядь? Ну эти стоят, блядь, не понимают, нахуй, что, сука, этот не умеет держать, блядь, агро. Нет, надо нахуй я пиздить, тебе говорю, ну, потому что это, сука, ебаный ДК, агро. Блядь. Так вот. Ты не можешь альтабаться, нахуй, блядь, по ним, я нахуй. Я табуюсь. И клацать ЛП, блядь, без остановки. Стопните, нахуй, хил, блядь. Вы дайте больше времени и смотрите в омен на агро на свое. Он пару тычек критовых, тысяч по 20, и вы срываете агро сразу. Так у меня здесь... момент показывает, что я не срываю, я срываю. Блять. Это... Да потому что ты с основной цели не срываешь, которую переключайся, я держу. Табом, кнопкой на одну и на другую вальку. Там агро у них набирается и там, и там. Ты бьешь одну, набирается и на ней, и на другой набирается. Ну на другой только набирается больше почему-то. Потому что ты по одной больше бьешь ДПС, а по одной давай. Меньше, блять. Это ого, слишком... спекайся в танка. Слишком долго объяснять сейчас, как тут агро набирается, блядь. Танка спекаться нет? Да. У них разное агро, я тебе сразу говорю. Да, у них общее агро. И хп общее. Из-за того, что хп общее, агро разное. Из-за того, что ты в одну больше ДПС отдаешь, в ней ты больше набираешь агро, а на другой... А у тебя Омон стоит? Да. Вот сейчас посмотрим. Сейчас, подождите, переоденусь. Бач, хуй мне по... Вот ты будешь бить ЛПшкой свою, а этот самый Ауга, который держит, вот Ауга, ты держишь кружок, а столовка звездочку. Если кружок срывается на столовку, ты не забираешь. А когда он срывается со столовки на ДД, ты сразу забираешь. Вот этот момент не пробей, на столовку бдилку. Дайте пристабах. Да. Белую возьмем. Так, моя левая, да, получается? Твоя да, печенька, да. Звездочка с тобой. И когда вы цвет меняете, меняется валька, которую бьем.
Ну, там нечаянно сейчас сорвет. Он же Starfall клац. Переключитесь, что стоит. Меняйте. Соответственно, бьем печеньку. Сейчас закончится и переведешь. Пошли потихоньку. Так, а у меня там ОМОНчик второй по списку. У меня тоже. Раскол нажми. Забейте хуй нахуй. По нечаянно сальву закинь. Да, нечаянно у меня. Пиздец. Под конец пить. Похуй вообще. Танки не сдохнут здесь. 60 тысяч, блин. Тут фишка в том, что у Угина я нахуй вообще там внизу Омана нахожусь. В самой жопе нахуй. Ну у меня я нечаянно ОМОНчик. Первые три. Да не ебите мозг свой, ну. Хватит. Это по этой цели, не заебайте хуйней. Столовка, ты, блядь, другую держишь. Как у тебя будет высокая гро, блядь? Смена цели. Я понимаю, но у меня Ауга-то на втором, хотя он здесь тоже быстрее. Да на тебе еще билка висит. Да это. Каст. Что, перебегаем? Нет. До конца бьем. Ну, башмаки. Рот ебал, нахуй. Чистая хуйня, блядь, где посох, нахуй. Угу. Что, запускайте, пойду пока покурю, нахуй. Все равно это помойка, пока, блядь, пропиздится. Я еще не ебать сапожником, нахуй, буду. А чё, дорогие нынче аметрины на... Не чекали? Так, чё, я в ДД, да? Конечно. Так уже можно в ПК денется. Я думаю, сейчас косарей по 10, блядь, будут лупить цену. Ну, 2К это обычная, я не знаю, скуржевская цена. Сердали, наверное, по 5 по-любой, да? До сих пор по 10? Ну, хотя, блядь, они всем просто нужны. А, сейчас 4? Зашел к этот, к Догу, говорит, у Даггер упал, он говорит, выйди отсюда. Ой. Ну, смысл весь в чем агро. Ловко ты ушел, хули объяснять буду. Смысл в том, что у них общее хп. Поймет, хули там объяснять, блядь. Ты бьешь одну, а дамаг получают они обе. У них хп, блядь, отнимается. Не, я-то понимаю. Вот. И вот это из разряда там, блядь, я там хули бью по этой столько, а этой столько, блядь. Просто дамаг, который... впитывает вторая валька, которая противоположный цвет ему, она просто меньше получает от него дамага. Да я уешу, блять. Соответственно, меньше агро получает. Ну я и как. Да, ты понимаешь, я во вторую вальку закинул нахуй. Ты по ней меньше бьешь, а по той вальке, которая твоего цвета, ты больше по ней наносишь урона, соответственно, агро больше. Ну да. Вот и в этом вся математика, в этом вся разница.
Тут типа, если только сферу не брать. Чё, так. Рыбу надо? Если сферу не брать, блядь. Я вообще не жрал рыбу, блядь. Вообще хуй чё удержишь там. Ешьте. Кто-то сдыхал, не? Да я чё-то даже не жрал, блядь, рыбу. Чё, допиздимся, там жуков, я думаю, все будут бить. Ну, этого, который большой, подбегает, в него просто, блядь, замультидотали и... Пускай, давай сделаем, я не знаю, пускай Ретрик, блядь, бьет тупо их. Да не надо никому свечиться. Ретрик и Вар через рассекающие. Ну чё, Вар-то Армс у нас. Не, уводить потом ее туда. Да уводить, нахуя? Нахуя уводить? Ну ладно. Мы же не ВВК. Нечаянно, сам сферы побьешь тогда. Чтоб не было такое, что мы все нахуй их разобьем. Чтоб один человек бил. Все тут, чек даю. Че ему их бить? Просто это Алстрофон и все осталось. Ну все сразу разбивать нельзя. Почему? Давайте, все были готовы. Шнигер. Пуляй. Давайте мне обозрёнка, пацаны. Это будет красивая победа. Вон сзади тебя разбили. Уху, держи уже. Собирай моба быстрее. Моба задотали. Милике больше помог, был акцент кливать и через него босс. Так, по-моему, в этом нет необходимости. Чего не уебем, выстрел. У меня КД. Моб идет, столовка, сразу забирай его, гриппай. Я б твином на его не сходил. 10 секунд закопка. Разбегайтесь, там на дальнике, нечаянно разбей. У нас, в принципе, нормально ДПС. Моба этого бейте. Все на быстрее. На луж заведите его. Стан, дайте. Забейте просто его. Даю, даю, все. Даю. Все, он сдох. Разбежались. Не сбивайте все сферы. Он нас все равно еще раз будет закапываться, это точно. Да, везде бьют. Блядь, ну ты же зацепишь. Ты что, не видишь, что ли? Вот. На ком? На уге? Так, скажем, вылазь. Уйдите с пути, как тебе, блядь. Уйди, 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 жарим! Ты ослеп или шо? Да, ослеп. Я же тоже предупредил, блядь. Забирай, босс. Мобов этих отстреливайте. За мультидот этих просто всех, они пока добегут до вас, сдохнут. Большой идет, большого сразу гриб. Я встану, все. Так, вот идет моб, гриб моба, и сразу сейчас в него все. Резко его залить надо. Так, подбивайте сферы, больше у нас они нам не понадобятся. И старайтесь так, ну, подальше время затяните.
По мобам по маленьким играем, РТД. Для мобов с другой стороны зависит. Беги, малышка, беги! Сука, роты мать. Бля, пиздец. Сбивай, 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 сферы. Тут еще он две есть, летает. Одну надо оставить и все. Если есть боб, там дай в кого-нибудь. Есть у тебя боб? Или бабл? Все, все, молодец, вытягивай, правильно. Четко. 13 секунд выкапываем. Ну, у нас вот есть три лужи, это все четко. Да. Все, он вылазит. Мобов этих быстро задотали, которые живут. Сведи его на лужу. Мобов просто задотайте этих и все. ШП, сова, я, ОМОНчик. Большой идет. Большого тоже задотали. Нам 15% еще надо привести. Не успеваем. Все по боссу. Большой идет. Хорошо. 1%. Не, блядь. Грипнем оба. Там войско, хуй получится. Ну нормально, блин. Там гриб есть что. Не хильте так сильно, блин. Мова зальем. Зайдите, по-моему. Ладно, лед, заведите. Быстрей, быстрей, моба, блять! Все, забейте уже. Сука, столовка, блять! Ресы и ладу нечаянно. Гим на хп дай. Даю. Огурцы сожрите, у кого стали. Ну сука, неужели, блять, моба нахуй не видно? Ну, бля, кому-то сегодня достанется гида Колизея. Вообще похуй. Кому-то Ауги? Да, Ауги уже есть. Ну второй, бля, щит есть только. Ну пускай паладин себе забирает, у паладина конечно, нет. Конечно, конечно пусть забирает. Меч хороший, кстати, на ногу, блядь. Пацанам помочь надо, блять. Ну они там уже все походу. Пуха, кстати, тоже на Ферала заебись зайдет. Да, тоска.